пасхальное послание высокопреосвященнейшего архиепископа Тихона. Возлюбленные Господи воскресшим, всечестные отцы, иноки и инокини, братья и сестры, и радости душевные приветствую вас вечно и жизнеутверждающий Христос воскресе. Кто благочестив и боголюбив, насладитесь ныне сим прекрасным и радостным торжеством. Итак, все войдите в радость Господа своего, и первые, и последние, примите награду богатые и бедные, друг и другом ликуйте, воздержимые и беспечные, равно почтите этот день, постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь ныне. Куда же приглашает нас святитель Иоанн Златоуст? О какой радости вещает его горячее, богодухновенное сердце? Задается человек этим вопросом, внимая сим речам Учителя Вселенной. В нашей жизни очень много праздников, знаменательных и замечательных дат, отражающих те или иные важные аспекты жизни, которым мы много отдаем сил и средств. Только зачастую человеческая душа, жаждущая пищи и небольшого внимания, находится в забвении. Суета и обыденность не позволяют что-либо сделать для душевного спокойствия, духовного роста. Слышим и видим укоризну духовных наставников, но трудно остановиться и прислушаться к спасительному зову. Памятуя, что воскресение Христово, суть есть утверждение нашей надежды. Будем надеяться на всемилостивого Господа, и все труды скорби решения начнется. С радостью переносит в чаянии нашего будущего воскресения. Воскресение Христово есть торжество христианской любви. Облегчится в эту величайшую добродетель, и будем приносить обильные плоды. Будем любить друг друга, заботиться друг о друге. Этими мы покажем, что мы являемся действительными последователями Христа, который по любви к человеку роду сошел на землю. Потому утаит все, что вы, мои ученики, если будете иметь любовь между собою, говорит там Господь в Евангелии. Искренне поздравляю вас с Пасхой Господней. Желаю всесильной помощи Божией на духовной ниве возделывания и преуспевания и добрых человеческих начал. Верую, что стремление наше будет благословенным Богом и приумноженным. Пусть радость воскресшего Христа жизнодавца пребывает с нами постоянно. Мир и благополучие да пребудет в наших сердцах, в республике и Отечестве нашем. С искренней любовью о воскресшем Христе, Божьей милостью смиренный Тихон, архиепископ Майкопский и Адыгейский. Пасха Христова, 2017 год, город Майкоп. Исповедуя, как ты сего истину, Христос, Сын Божий, пришед меня грешное спасти. От ниже первое сас, еще верхом причистое тело Твое, и сей самочная кровь Твоя, молюсь об Тебе помилуй простим прегрешениями. Вольное, невольное, слово между делом, между веней, вене, сподобие осуждено, причей, причистой Твоей тайны, восстановление грехов, жизнь вечную, аминь. Вечери Твоя тайна, если не Божий, причастниками прими. Не врагом Твоим тайну поем, не лапзанте дам, яко Иуду, но яко разбойник исповедуй Тебя. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, да не суть ли осуждение будет мне причине святых Твоей тайн, Господи, но исцеление души и тела, аминь. Встречается раба Божия там, подходи, забивай. Как тебя зовут? Людмила? Встречается раб Божий Владимир, во оставление грехов своих и жизнь вечную. Аминь. Встречается раб Божий. Встречается раб Божий. Валерий, во оставление грехов своих.
оставление грехов святых и святых. Причащает Раба Божия. Сидя в оставление грехов святых и святых. Yeah.
Это дурочка другого раза. Другого раза надо Батюшка, пожалуйста, и меня не попало. Христос воскрес! Дорогие жители и гости села Натырбово и нашего Кашхабыского района, всех вас поздравляю со Светлым Христовым Воскресением, с праздником праздников, с торжеством из торжеств, которые сегодня все православные христиане всего мира отмечают о воскресшем Христе. Хочется пожелать каждому из вас, чтобы Господь даровал здоровье, терпение, помощь земле, в семье, чтобы было все благополучие и процветание. Также хочется пожелать всем нашему району процветания, всему нашему селу Натырбово и всех православных христиан хочется поздравить с этим великим и торжественным праздником Пасхи. Всем я желаю благословения Божия о воскресшем Христе и чтобы каждого сердца просвещалось и созерцало так же, как и мы сегодня праздновали этот светлый праздник. Всех вас поздравляю с праздником Пасхи.